Ребятушки, быстрое включение с короткой руки. Не хочу привлекать внимание, доставать длинную палку, мало ли что. В общем, крутите головой вправо-влево, 360 формат. Я сейчас нахожусь в Норвегии, в городе Осло, и нахожусь сейчас в центральной ратуше, где происходит ежегодное вручение Нобелевской премии мира. Можете крутить вправо-влево, посмотреть, что там на стенах, что на потолке, что внизу. Ну, скажем так, что особо без вычурности такое помещение, скажем так, очень даже напоминает что-то из нашего, вот, знаете, вот такого до боли знакомого советского. И если вы от меня сейчас камеру повернете, увидите такое панно в стиле соцреализм, и все поймете даже без слов. Честно говоря, то есть, если взять какой-нибудь там наш Кремлевский дворец, я думаю, что это просто будет по шикарности, или даже там вот... Нет, я имею в виду, что вообще диаметрально противоположные помещения используются в Европе, в России, в плане, например, каких-то там проведений мероприятий, наград государственной важности или что-то еще. То есть посмотрите, как все простенько здесь и какие реально предметы, декоры и интерьеры используются. Вот здесь вот что-то готовится. Кстати, здесь некоторые залы сдают под проведение свадебных церемоний. Но так что... Маленький зал. Маленький зал. Ну, конечно, да, наверное, комната в зале... Комнату Мунка сдают. Недорого. Вот, в общем. А это центральный зал. Тут что-то, скорее всего, скоро будет происходить, потому что, если вы посмотрите вниз, там таскают столы, ставят стулья. То есть, скорее всего, какую-то еще премию скоро вручат, ребят. Вот. А может быть, вручат. Блин, ну панно – это, конечно, просто огонь, да, ребят. У нас, конечно, в Советском Союзе было такое, но чтобы все голыми плясали. Ё-моё, а тут-то как красиво. Ребята, крутите головой. Что за? Я не знаю, здесь, наверное, Нобелевские лауреаты переодеваются. Интересно, это история Норвегии? Кого интересно? Ребят, формат 360. Все можно просмотреть самим. Просто крутите головой, не забывайте. Что-то мой летчик. С мушкетером. Мне кажется, очень приятно. Следующий зал. Мне кажется, здесь тоже что-то происходит. И вполне регулярно. Смотрите, как здесь клёво. Такое ощущение, что я попал куда-то в какую-то ассамблею ООН. Вообще там при входе написано что-то. И являюсь ее членом просто в настоящий момент. Не, ну здесь заседают наверняка серьезные дядьки, вот они тут сидят. Да, кстати, можно от лица дядьки посмотреть, как это все выглядит. Он такой сидит. А что это у него, переводчик? Скорее всего, да, какой-то синхронный переводчик, там что-то еще. И что, карту вставляют? Банковскую сразу. В Норвегии все. В Норвегии все так. Вот данное помещение используется для встречи с послами. Мне кажется, то предыдущее помещение тоже предназначалось для каких-то политических активити. Ой, а здесь смотри, Юлёк, прикольно, здесь флажки Норвегии, смотри. Такие тоже, вот если от меня камеру развернете, увидите. Чё-чё? Норвегия мать. Норвегия мать. Похоже на прикольно, да, что она в короне. Я прикольно, что там медведь.
Всегда приятно, когда есть музей, и когда музей бесплатный. Да, но только непонятный, да. Вот здесь, например, норвежская лодочка. Там она называется «Контики». «Контики». Подсвечник. Блюда всякие серебряные. Нет, смотри, тут какие-то медали есть. Вот. Медали прикольные. Норвежский коммунистический билет, мне кажется. Да ладно. Ну, я не знаю, вот коммуния. Надо, кстати, почитать, может, в Норвегии был коммунизм. И тогда... Откуда у них соцреализм, по-твоему? И вот тогда эти... такой соцреализм, в принципе, да, был бы объясним. Нет, смотри, вот эти значки. Не Ленин ли? Нет, похож очень. Все они похожи на Ленина, если коммунист. Ой, какая милая, а это же тайская. Так вот, а может быть, те пару коммунистические партбилеты тоже типа России подарила, а не их и не были? Да. Ну, прикольно, там тайчики даже нарисованы, точнее, это сделано. А вот, сколько тайцы сюда? А вот Тадж-Махал. А что, российского, что, русские ничего, что ли, не подарили? А, ну у нас, наверное, какой-нибудь серебряный, там, этот горшок какой-нибудь серебряный.